Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего YouTube канала. С вами Артём, и мы продолжаем играть в Stonehearts. Так, у нас тут все идет прекрасно, отчасти. Ребятки вон болтают, но интересно в том, что столб не строят. Ну то есть, как бы, строят, но не так, как я хотел. То есть, вышку не строят. Да, столб как бы соединен, но его не строят. Ну, в смысле, до конца. Вот здесь. То есть, как бы, пол-то они сделали, а вот вышку они как будто болт забили. Непонятно, непонятно. То ли они собираются ее достраивать, то ли нет. То ли багнулось и загружаться придется. Предварительно снося столб. Ну, естественно, я сейчас сохраню его, да? Вот. И у меня должен быть новый столб. Так, вот он. Все. Если что, поставим заново. Если что. Давайте ускорим сразу, ребят, так как... в принципе, война выиграна, да? И нам можно не переживать по поводу другой войны. Так, все. Все бросили и все. Пацаны красавцы. Че делают? Твою мать. Приближаются захватчики, сказали. Кто-то сдох. А, вот захватчики. Баллиста тут их выцепила. Блин, все белым-бело, вообще жесть. Противников даже не видно. Ну реально, я даже не успел среагировать. Чему вы радуетесь, придурки? Во, придурки, а. Вы лестнице, что ли, радовались? Идите мне дорогу стройте, наркоманы. Мне вот это надо все построить. А потом еще вон там все построить. О? Обдолбанные ребята. Как говорится, не тем мелочам радуетесь. Так, вот этот не может спуститься, это мне не нравится. Но он стоит на лестнице. Либо он кретин. Да, либо он кретин. Все нормально. Просто они даже... О, они начали строить башню, да? Да, они начали строить башню. Все, превосходно. Можно не париться. Потому что я прям переживал. Жестко переживал. За башню, которую они типа строят, типа нет. О, а вот и ребятки. Ну что, что мы ждем, да? Как бы. Все, в атаку. Две команды идут вперед. Две команды идут вперед. Две команды идут вперед. Нас прямо толпа. Нас 20 человек. Нам теперь вообще на всех чихать. Прямо абсолютно. А если считать, что вот этот парень бежит вообще раньше всех, то ты кретин, конечно. Во. Теперь другое дело. Но притормози. Ладно, можешь не тормозить. Все нормально. Просто они слишком быстро... Вы что творите? А, вы на него нападаете? Просто что они творят? Ладно. Замес там будет и так дикий. Можно не париться. Так, ловушка. Сработала ловушка или убила все же? Непонятно, непонятно. Сейчас мы посмотрим. Сработала ли ловушка, либо убила его эта хрень. Нет, сработала ловушка. Да, точно говорю. Так. Поставим три сюда. Хотя вот этот можно убирать сразу же, естественно. И ставить вот сюда. Также у нас есть вот эта штука. Можно поставить ее кому-нибудь, куда-нибудь. В дом. Потому что в доме, я думаю, есть самое место. Хотя, вот здесь тоже сойдет. Так, и стеллаж нам дали. Топовый стеллажик. Топовый прям, шикарный, я бы сказал. Кому бы его поставить и куда? А, тебе некуда. Тебе, о, инженерчик. Так. Идеальное место для стеллажа. Давайте-ка его сюда и поставим. Стоп. Курица, килл. Давайте, стеллаж поставьте. Да, я знаю. Стеллаж, ну давай камень пусть здесь хранится. Все. Стеллаж мы поставили. О, сохранение. Как там у вас дела?
А что там светится? Или мне показалось? Мне показалось. Да, все, они всех положили. Ну, тут вон бутылка с зелькой, кстати. А, настойка выносливости. Я не могу ее применить, да? Враг приближается. А куда он приближается? Твою мать. Куда он приближается, да? Волки, умеющие лазить по стенам. Вот это прикол. А я не знаю, успеют они или нет. Он один приближается. Но судя по тому, что я тут других не вижу, скорее всего, прям реально один. Ну все, ему там звездюля уже дали. Нахрена ты жрешь мое железо, кретин? Минус два волка. А, и, кстати, это хрень от гоблинов. Так, вот эту хрень уберите, пожалуйста. Зачем нам эти тупые сюрпризы? Да, этот замок навевает прекрасные воспоминания в плане, какими надо было быть глупыми, чтобы так сделать. И... А? Что? А, это яблочко просто подпрыгивает. Я думаю, что это за странная анимация. И живка наша не растет вообще. 20 из 20. 20 из 20. Походу, инженер гоняет, чинит. 18 из 20. 19 из 20. Так, еще непонятно, почему кролики дохнут. Ну, кроме того, что я их месю. Да? Под тесто. Тихо. А, это меч? Да? Я уже обрадовался. Так, ты даешь мне какую-то хрень. Зачем она мне? Непонятно. Но она у меня есть на складе теперь где-то. Где-то есть, да. Так. Где-то на складе. Непонятно только где, но на складе. А, все, кончилось, что ли? Нет, это я сажать не хочу. Так, как у нас тут дела? Относительно херово, если так подумать. Но я уже придумал, как здесь быть. Подводное озеро, подземное озеро, да. Примерно так. А в общем, все, что нужно сделать, это... Так, это сюда. Дабы оно тут не высвечивало мне. В общем, все, что нужно сделать, это лестницу. И убрать вот здесь вот кусок. Ежедневный отчет, 102 тысячи. Да, знаю, не хватает. И убрать вот здесь вот. О, что-то пошло не так. Обожаю этот звук. Просто не звук, а превосходство. Что-то идет не так. Всегда есть такой звук. Вот, то есть убираем... Так, секунду. Убираем вот это еще. Вот. И, в принципе, убираем вот это. Как и вот это. Да, а потом уже убираем низ. Так, это пришел торгаш. Спасибо, но я хочу кое-что продать. Ну, еду вряд ли. Это вряд ли. Вот это вот всякую херотень я продам. Она мне не нужна совсем. И здесь вот это. Да. Все. Это я активировал под снос, потому что как только они снесут это, я снесу все здесь, а потом снесу вот это. И, естественно, расширю территорию. У меня вон там лиса, мать твою, бегает. Да, и тогда уже можно будет сносить к чертям стену. Просто на изи. Да? Но пока что рано. Пока что рано, да. Тем более, если они это построят, они смогут за овечкой бегать. Как вариант. А если мы вот здесь вот отгородимся, как-то вот так вот, либо вот так вот, то тогда территория кусок наша будет. Потому что, по факту, вся территория почти наша, но тут обижать можно на изи. А тут гоблины сидят. Ну, их двое, и хрен с ними. Им пока не добегут до туда, тем более мы лестницу вроде снесли, да? Да, там неделя пройдет. Так что хрен ли с ними. Так, как там башенка у нас? Неплохо. Так, косячные. Косячных пока нету. Пока никто не лажает. Кроме как вот здесь, да? А, да, стоп. А зачем вы здесь лестницу построили, придурки?
Не понял. А зачем здесь лестница? Ну, придурки. Ладно, так и быть. И тут лестницы построили. Подождите, это не я строил, я такие кривые не строю. Это типа спускаться? Вы кретины. О, а вот и кретины номер два. Ё-мать, как ты умудрился? А лестницы нет, видите? Лестницы нет. Если ее не достроят, то она останется здесь навсегда. И через какое-то время, естественно, захочет жрать. То есть, смотрите, вот так лестницу она может полностью достроить, а по-другому нет. Ну, дура. Что сказать еще, что она дура? Так и есть. Это ничего не сказать. Так, ребятки, я вам тут проходец перекрою. Вам здесь рог ходить не надо. Зачем, да? Так, и зельки выставить. У нас тут, конечно, уже фул. Но реально, вот, когда мы монстров атакуем, там, толпу, я вот реально затупил, что мы зельки не использовали. Мы бы могли вообще протянуть на изи с этими зельками. Если так подумать. А я вот про это забыл. Вот как я мог забыть, я вообще даже не представляю. А с другой стороны, прикольный пьедестальчик получился. На котором выставлена хреново туча всяких зелек. И можно юзать любые. Да, там на нас гоблинов 20 человек нападает. Мы хоп такой 4 разных зельки юзнули. И все, и все прям начали активно прокачиваться. Так, тут никто не застрял. Тут пока кретина тоже не нашлось. Так, но я смотрю, они что-то строительством брезгуют. Пока что. И здесь надо будет что-нибудь тоже построить. Ну, естественно, да, как-никак. Мы же строители, ребята, классные, да, у нас. Поэтому надо что-то вот здесь будет еще построить. Возможно, какой-нибудь... Ну, мостик я вот здесь, наверное, влеплю. Маленький такой, красивенький, потому что, кстати... Потому что кладбище, и они сюда ходят, и сюда, да. Ну, просто я вот это сейчас вырублю, я не буду никак закрывать это пространство. Я просто влеплю красивый мостик. Пусть они пока занимаются строительством, а я сделаю просто красивый мостик. Давайте сделаем его из дерева, вот из такого. Так, мы будем делать его на 5 клеток. На 5? Не, на 7. На 7 клеток. Да, естественно, куда же еще? Слушайте, а идеально идет. Так, ну думаю, вот так вот хватит. Насколько он там выпирает? На раз, два, три. Да? Ну ладно, тогда здесь также сделаем. На 3 клетки, да? Перебор, перебор маленький. Так, раз, два, три, да. Вот такой вот маленький симпатичненький мостик. Ну, мы его, естественно, сейчас украсим. Куда же без симпатичного украшения? Потому что лестница — это пережиток прошлого. Так. Пережиток прошлого. Так, еще, естественно, делаем по одной. Делаем вот так вот. Все делаем по красоте. Жители пройдут здесь, интересно? Сколько у тебя башка вообще блоков? Да, походу не пройдут. А может и пройдут. Скорее всего пройдут. Три блока. Сколько дверь в высоту блоков? Дверь в высоту... Так, нет, давайте вот по этой посмотрим. Раз, два, три, четыре блока. Ну да, а сейчас мы посмотрим. Нам плевать, кого любого жителя в хату зайдет в какую-нибудь. И мы сразу это проверим. Во, например, поваренок бежит куда-то. Да, ну расстояние где-то 3-4 блока, так что так они не пройдут. Ну, идея была неплохой. Идея была прям, я бы сказал, даже очень неплохой. Так. Ну ладно, сделаем тогда вот так вот. Так,
Раз 4 блока им надо, то 4 блока здесь есть как раз. Так, и, ну не знаю, и давай. Из камня. Синеньким, красивым тут. Нет, стоп. Вот так вот. Вот что там происходит, сейчас посмотрим. Скорее всего, опять какую-нибудь херню прислали. По типу, нате, заберите. А, нет, понятно. Неправильно прочитал, точнее, не прочитал. Там просто кто-то с голоду помирает. Так, а что можно здесь поставить, как вариант? Как вариант, там можно что-то поставить, ведь, да? Как вариант, что-то можно и поставить. О, даже, мать твою, без флажков. Нет, стоп, не сюда. Я бы сейчас вот здесь воду пустил, было бы вообще идеально. По факту было бы реально идеально, если бы я смог воду пустить. Но, к сожалению, вряд ли это получится. Не, это уже не, это уже перебор. Это реальный перебор. А вот какой-нибудь огонек можно сюда влепить. Только топовый огонек. Так, нет, не этот, а вот этот. 4 штуки можно вот тут поставить. Все, вот такой вот шикарный маленький мостик. Прикольно. Приближаются захватчики. О, идут. Голубцы. А ты один, что ли? А, нет, ты не один. Смотрите, сейчас турелечки начнут. Что произошло? Атакуй! Что-то пошло не так. А вот турелька одна атакует. Ну а вот это что стоит? Вы же идентичные, блин. А, она атаковала все время, что ли? Да вроде нет. 17, 20, да. Ну ладно, фиг с ним. Пойдем строительством займемся. Так, здесь все. Так, где там наши кубики? Дерево, ага. Так, да, идеально. У нас же все идеально. Прямо пропорционально должно быть. И красиво. Так, а здесь можно поставить... Не знаю даже, что можно влепить сверху. Как вариант, да реально не знаю. Во, все. Достаточно освещения, думаю, будет. Я это даже сохраню ради прикола. Все, у меня мостик теперь маленький где-то должен быть. Во. Больше на карету похоже, если так присмотреться. Так, и естественно, рядом делаем дорогу. Дорогу. Без дороги вообще никуда. Без дороги никуда. Но дорога будет вот так вот идти. Во. Так, с чем мы ее соединили? Случайно. Ни с чем. Превосходно. Превосходно. Так. Вот так вот. Вот так вот. Так, и у нас тут кладбище. Оу. Ну, кладбище мы огородим еще как-то. Кладбище мы еще как-то огородим. Как-то. Как непонятно, правда? Ой, случайно промазал. Так. Ну тут можно еще одну тропинку сделать. Здесь сделать вот так. Мы же сохранили только исходник, то есть мост. А эту мы хрень не сохраняли. Ну, вот это можно разрушить и перенести, если честно. А, кстати, я не вижу здесь могилок, как вариант. Почему-то, кстати. Начал посмотреть, может это баг? Может это и баг. Так. Ой, это не то, это лишнее. Обожаю, когда вот такая вот хрень лишняя. Все. А, можно вот так вот сделать даже до самой прям. Чё бы не сделать, да? Так.
чтобы более-менее уравнять. Все, билд. Что вы делаете, придурки? Ладно, ладно, пусть работает. Да, еще зону охоты хотел перенести. Вот, когда вот это снесем, зону охоты сюда перенести. Потому что у нас кретин есть. А, нет, все хорошо. Он не кретин. Или она. Все замечательно. Да, я ребятам, конечно, заставляю сразу же трудиться на кучу разных дел, но надо. Надо. Надо, надо, надо. Так. Торгаш пришел. Ничего вообще ценного у него нету. Так. Что-то я не понял, а толку мне от этой хрени. А. Стоп, нет, уберись. Что ж ты все время криво делаешься? Вот так. Теперь все более-менее идеально. Более-менее. Так, там где-то были же золотые эти лавки. А куда я золотые лавки делал? Либо я их не купил в тот раз. Да. Ладно, сейчас мы торгашей попризываем пока немного. Кстати, уже две есть. А, кровати две давай купим. Потому что там надо будет. Один стул. И 4 стола. Вот таких еще. Ну там сейчас надо будет купить просто. Там у нас будет пару ребят. Лучше надежду рабочего оставим. Это пока оставим. Еду, наверное, едой барыжить не будем. Но сейчас мы еду закажем у наших ребят. Так, вот это можно продать. Так, луки можно продать, потому что нашим не нужны. Мечи нашим тоже не нужны. А, вот это... продадим пока что. А это все остальное останется пусть. Так, ежедневный отчет. 104 тысячи. Почти. Так, повара. Повара ни хрена не делают, так как они повара. Да, и... ну давай, сделай мне вот этих 9 штук. Хотя бы. Еды что-то мало стало. Серьезно? Мать твою, серьезно? Воры. Воры. Где там мой меч? И разберись с этой тварью. А они же откуда-то идут. Они же откуда-то идут. А вы разберитесь вот с этими. Все. Он сдох. Он даже не добежал. Тогда вы разберитесь с этими. Придурки. Что-то, кстати, с хавкой мало. Сколько у нас? Нас двое, да? Так. Ага, это здесь. А где вот эти пироги делаются? Ну, вот эти. А, это жир. Это не пироги. Да, это не пироги совсем. Во, 8 штук у нас есть. Давай, сделай мне 8 этих. Сейчас он должен побежать. 22. О, 99. Дважды. Да, братан. И здесь еще 6. Так, мясо. О, мясо. 23. Вперед. Одну вот такую. Ну, тортик вот сюда можно поставить. Стоп. Все. Сколько у нас фермеров? Фермеров двое, да? Ну, нам надо третьего. А, не, нас трое фермеров. Один почему-то вот здесь гоняет. Непонятно, что он там забыл. Вроде как работа есть, а он херней страдает. Здесь работа не закончена. Так, как там дела у вас? Всех разложили? Ну, красавцы. Две армии пришли и всех быстренько разложили. Главное, чтобы они все на базе уже были к тому моменту, если нас кто-то нападет. Видите, овца идет, она уже помирает. Даже дойти не может, нормальный, живой. Так, вот, кстати, гоблины еще здесь. Ну, два строителя осталось. Максимум, что они сделают, это придут и попытаются что-то у нас украсть. Ну да, как с другой стороны, можно что-то стырить, если... Правильно, если хрен что стыришь. Так, это мы пока остановим. А, извиняюсь, остановим. Так, что-то пошло не так. Угадайте, что. Да, что-то вот здесь.
Ну, они сейчас закончат. Сохранение, естественно, слава богу. А то я забыл, кстати, этим заняться. Ну, да, это нормально. То есть они тут из дерева, из камня, сейчас они доделают. Только мне не понимаю одно. Почему эти кретины не делают пол? Но вы идиоты, я понимаю. А как же пол? Стоп. У вас, мать твою, дырка. Почему вы ее не заделаете? Что у вас с головой? Так, как у нас там со строительством? В смысле... Все есть уже? Да вы красавцы. А почему у нас так все быстро появилось? Значит, нам нечем заняться, да? Ну, я так и понял. Ну, как-то все странно. О, а вот тут 49 всего лишь. О, это значит, что все хреново. А, так, 12, 14 можно этих сделать. И, наверное, 20 вот этих. И все. Ну, а толк, мне еще делать больше нечего. Ну, давай вот эти штучки 5. Я не знаю, что это такое. Но, в принципе, я периодически это делаю, это периодически куда-то уходит. Так что, почему бы не делать. Так, и что у нас по сундукам? 200, а, все туда. У меня там было, что ли, ничего? А, у меня там была еда, чисто еда. Все правильно. Все правильно, не надо ставить все. А сюда вот все надо поставить, кроме еды и драгоценностей. Да. Так, ну пока все хорошо. А, стулья я взял, потому что, ну надо. Надо, надо, надо. Дальше, что у нас дальше идет? Двери топовые я не хочу делать. Сколько у нас нахватит? 101, ну в принципе хватит. Что бы такого топового сделать? Вот, давай 15 оградок. Они нам все равно пригодятся потом. Куда без них, да? Так, вот, ну, что? Идиоты, почему вы не доделали, что я вам сказал? Это мост закончить, ну, вот эту вот хрень, да, закончить на изи. Они ее доделали уже. То есть вам осталось вот мост доделать. Но осталось из камня доделать, да? Все, во. Кстати, пол сделали, красавцы. Сейчас еще и принесут все, и вообще все будет готово. Ну давайте, я вас верю. Ну с мостом закончат, хотя бы больше красоты будет в деревне. У нас как раз таки новый день. И как раз таки сейчас после окончания моста, они уже начали фигарить там. Сейчас ребятки осталось донесут все. Фонарик. Фонарик. Молодцы. Теперь 4 флажка и 4 еще фонарика. И все. И красота закончена. Плюс к красоте. Так, ладно, давайте третью скорость поставим и посмотрим, что у нас. Да, мост остался как остался. То есть, если я не нажму на нее сейчас и сохраню, тогда он будет ушлепский. А так нет. Пока что нет. Пока что все и так хорошо. Вот еще в идеале вот тут вот где-нибудь сделать. Вот здесь вот столбик. Но я там дырку закрою, а я не хочу. Я и так ее там почти перекрыл. Вот этой штукой. Нафиг мне это делать дважды. Так, стоп. Че, никто, не? Да, правильно, хрена заканчивать. Я ж попросил вас всего лишь донести. А вы рукожопой даже этого не можете. Ну здесь, кстати, вот здесь же камень есть. Зачем вам туда? Воу-воу-воу, полегче, ребят. Вы что такую лестницу сделали здоровую? Фига себе. Вы красавцы. Вы реально красавцы. Так, сейчас. Я сейчас смотрю, у меня с хлопком проблемы. Ну то есть, он как бы есть, да, но его как бы нет. То есть я понимаю сейчас, зря я убрал ферму хлопка. Так, как у нас здесь со строительством? Мы там скоро уже заедем на... Не, еще не скоро. Так, я вспомнил про хлопок, и вот и он, да? Так, выставить хочу его. Это не то. Это не то. Это не то. Прикольно, прикольно. Это я не хочу выставлять. Прикольно.
Прикольно, прикольно. Так, у нас тут все. А, у нас еще одно место осталось. Идеально, кстати. Во. Все, я все забил. Ну, можно еще. А, нет, ступеньки. Куда же еще без ступенек-то, да? У нас же ступеньки целые все. Последнюю зельку есть куда впихнуть? Нету. Ну ладно, и так сойдет. И так дохренища. Зелек, который некуда впихнуть. Как говорится, впихнуть невпихуемое. Так, махачи здесь нету. Махачи здесь нету. Ну, животных тоже нету. Остались только вот эти клоуны, которые вон там где-то. Да? Да, двое. И все. О, вот ты куда идешь, кузнец? Че, кузнецам заняться нечем? Да ладно. Как так-то? Золото кончилось? Ну, берем золото. Все, вот, давай делай мне серебро. Серебра достаточно, наверное. Да, эти ж, конечно, они не могут сделать, потому что у них нет ни черта. А, так, дерево 190. Ну, потихонечку начинает заканчиваться. Давайте еще 3 кирочки, 4 кирочки сделаем. Ну, наши там ребята просят. Как раз 6 на 4, 24. Да. Так, этих можно... А это железо, да? Ну, этих еще можно... 50 сделать и поставить вот сюда. Так, ребятки уже начали заканчивать потихоньку мост. И ежедневный отчет. Блин, не хватило капелюшечку. Вот если бы вы, придурки, повесили еще один флажок, мне бы хватило на мост. Но вы придурки и вы не повесили. Поэтому к чему вообще эти вопросы тупые? Ну, хоть кто-нибудь повесьте. Кретины. Стоп. Вот он бежит, мой маленький кретинчик. Ты, правда, поздно бежишь. Тебе надо бежать минут как 5 назад. И поздравляю, дорогие друзья, мост сдан. Что? Ты, твою мать, творишь. Да, мост не сдан. Ну ладно, сейчас надо копать до туда, и мост будет сдан. Так, остается поставить факелки, я так понимаю, и все. Серьезно, что ли? А, два окна, одно окно еще нужно. Два, три окна и две каменных этих. А что у нас, они не сделали, что ли? Ну давай сделаем еще пару окон. И пару факелов. Но хрен его знает, может они где-то валяются просто, кстати, как вариант. А я их зачем-то заказал. Но судя по тому, что каменных этих уже достаточно, остались только окна. И у нас две топовые двери, кстати говоря. У нас две топовые двери. Две топовые двери, уже одна. Так, и наша маленькая посевная. Это мне не надо, это мне не надо. Подсолнух еще один можем посадить. Во, нет, это... Ну ладно, посадим здесь где-нибудь. И это можно, в принципе, посадить. Да, потому что надо сажать, так как у нас все с этим плохо. Так, а это можно собрать. Ну чё там с мостом-то? Че вы не доделали? Идиоты. Все, мост сдан. Да, теперь у нас еще и популярность добавилась побольше. Так, это можно убрать чертям. Ну, потому что у меня есть лестница, и нахрена мне эта штука. Да, так, тут лестниц таких нету, тут таких лестниц нету. Также я думаю вот этот холм кусок убрать. То есть... Ну вот, а... Я для этого лестницу и построил, чтобы его кусок убрать. Ну, можно вот это разрешить, чтобы они мне золото нарыли. И как раз таки... Все вот это упадет вниз. О, а вот это не упадет. Кстати, как вариант. Так. Но у нас пока все остановлено, так что я не переживаю из-за этого повода. Ну ладно, так. Так, а там, о,
Тебя тоже зарубить, да? Ну ладно, так и надо. Значит, так и надо. Так, цыпа ходит. Она сейчас сдохнет у нас. Так как цыпе нечего жрать. О, сохранение. Ну, давай. Чё, все нормально? Да. А что с лестницей? О, с мостом. Не хватает 7? Они, походу, их тащат. Ну, то есть, единственный у меня вариант. Да. Потому что они их тащат. Ну, то, что других вариантов нету. А, мост есть, да. Ни с чем не соединяется. Самый... Мост в никуда, назовем его так. Или мост на перспективу. А какая перспектива? Никакой. А, ну, неплохая перспективка. Так, осталось 3, да? Нет, осталось 4. И все. И дом будет сдан. И значит, у нас будет дополнительное количество народу. То есть у нас будет 49-й человек. По-любому. А он будет по-любому. Потому что... Да. Потому что я думаю, этого и моста хватит сполна. Этого и моста хватит сполна. Для того, чтобы набрать еще одного человечка. Уверен. Мне рад, как факелочки загораются. И все светится, все прекрасно. Если еще вторую скорость поставить, идеально все светится. На третий побыстрее, на четвертый прям ууу, но... Нам и второй хватит. Так, остается 4 факела, 3 факела поставить. Ну вот... Как? Как? Мать твою, как? Стоп. Так, последний остался. А, нет, 2 осталось. Ну, доносите давайте, и мост будет закончен. Так, все. Башня официально закончена. Так, а что у нас тогда не хватает? Ничего. Стоп. Сколько у нас сейчас? 102? 102 940. Ну, 102 935. Кидалово. Да ладно. Херня какая-то. Ну фиг с ним. Ладно, фиг с ним. Может, я что-то не так понял. Так, ну, еще один торгаш. Неплохой такой. Ну вот это я буду у него покупать, потому что надо. О, деньжат у тебя много, да? Ну, у нас на экспорт вот это есть. Да, и вот это. Ну, и также вот эти две штуки неплохие. И вот это можно продать как экспорт. Так, и также у нас еще вот этого вагон. И вот этого вагон. Какие-то бабки мы сейчас точно себе отобьем. Да, продать все, в принципе. Так, вот этих 3 мне точно не надо. Ограды мы оставим. Это мне не надо, это мне не надо. Столы у нас вообще вот такие стоят. Должны стоять, точнее. Так, все. Так, и там выставить осталось что-то новое. Откуда вы их собирать умудряетесь, если я только сажаю? Опять захватчики. Парень, а ты сюда бежишь, да? Ага, понятно. А не, не добежит. Ну, в смысле, догонит. Ну, смотрите, этот толстый бежит быстрее, чем мой. А мой с чем бежит? Мой, мать твою, с ножом... Стоп, это ножовка? А, это ножовка, думал, у него ствол. Было бы забавно немножко, если бы наш бежал со стволом. Так, все, ребятки, рассасываемся. Наш там справится. Они уже огнем ему срало надрали. Так, еще бы вот, кстати, отсюда убрать отовсюду вот это. Как вариант, да? Просто это мне мешается. Так, еще вот это надо перенести вовнутрь. Я просто не думал, что у нас с хлопком такие прям проблемы начнутся.
Ну, то есть я рассчитывал, что, ну, нет. А смотрю, прям начинаются. Думаю, ну, надо хотя бы хоть где-то его да попереносить. Ну, давай. Так, что у нас там еще осталось на складе? Кактусы? Не, цветы. А, это цветы. Нет, цветы мне не нужны. Я пока вот это попереношу. Пусть будет. Пусть будет, пусть будет. Так, все. Да, этого мне хватит. Чтобы, да, и можно вот это, в принципе, перенести. Я зря удалял, конечно. Но я подумал, что ну зачем нам столько? Да, как бы... Ребята сейчас шахтами займутся. То есть будут ресы добывать, как только так сразу. А потом они все. Они ничего не будут делать. А им не нравится ничего не делать. Потому что они от этого начинают в депрессию вгоняться. Типа, они ни хрена не делают. Да ладно. То есть я построил башню. Я построил мост. И ни хрена? Ну прикольно, прикольно. Прикольно, да. Прикольно. Ё-моёшеньки. А чё вас так далеко-то покидало? Они аж до сюда бежали, что ли? С чем хоть? Золотой слиток? Ну ладно. Вот, кстати, 6 за золотой слиток. Как вариант. Как вариант, да, предлагаю золотые слитки клепать начать. А для того, чтобы начать клепать золотые слитки, нам что? Конечно же, нужно. Нам нужно, чтобы они добывали золото. Это что такое? Это серебра жила, да? Ой, извиняюсь, не ту кнопку нажал. Так. Так, теперь смотрим. Так, как у нас тут дела идут? Ну, в принципе, неплохо. Жила серебра такая здоровенькая. Прям проходит над жилой с золотом. Воу. Ни хрена себе. А они, кстати, не провалятся. Между ними, скорее всего, один блок. Как это забавно не звучит, но между ребятами один блок, реально. Воу. Кажись, я нашел выход у жилы с другой стороны. Да, походу... Так. Чё-то я пока не понимаю прикола. Это серебряная жила такая здоровая? А, стоп. Ну ладно, нормально. Так, а вот этот блок мы типа обходим. И это еще в одну сторону, мы еще и в другую ее не до конца разрыли. Так, ну там понятно. А, все, да? Ну ладно, неплохо. Так, пока что... Все, вот это, в принципе, нет. В принципе... Вот это можно возобновлять, да. Ага, а тут у вас как дела идут? А тут вы тупо... Твою мать. А, это вот эта вода вылез. Все нормально. Переливаться будет, кстати? Да, смотрите. Реально, еще чуть-чуть и все. Но я сомневаюсь, что вот этой вот маленькой водички хватит, чтобы все перелить, конечно. Но... Да хрен его знает. А, ну да, тут вон прям меньше, чем меньше. Да, тут все нормально. Так, а можно мостик вот так сделать один. Чтобы они добили наконец-таки вот это потом. И начали добывать вот это. Потому что построить они все построили. Построили. А, так, что у тебя по добыче? А, ну тут у тебя олово осталось на, дно, на дне. Меди осталось. Ну вот давайте вот так вот сейчас сделаем. Меди вот у тебя осталось всего лишь, ну, 15 от сил. Ладно, даже 16. Этого осталось 2. Здесь мы пока... Ёп твою за ногу. Здесь можно смело 60 сделать. Смело, прям, не парясь. Железом, вот железом, ладно. Сталью, ну, сталью вот можно 25 сделать еще стали. Пригодится. Серебро, серебро 44. Ну, тут можно
22 еще. Золото 0. Все. Ха, вот как бы и все. Ладно, ребят, давайте тогда пока на этом закончим. Мы, в принципе, тут немножко так подразвились. Я бы даже сказал, хорошо подразвились. У нас все идет к тому, что у нас будет замок. Да, какой серии, правда, он будет, я не знаю. Потому что не все так легко, как кажется на первый взгляд. А еще вот это меня прикалывает. Твою мать, как? Вот как? Вот, ну, как? У меня нет слов, реально. Нет слов, просто одни эмоции. И все они матерные. Я не понимаю, как это возможно было. Единственный прикол, это они сидели вот здесь. Нет, даже нет. Это они поставили что-то, выросло дерево, и оно выросло. И просто поднял ее наверх. Мне реально нет другого варианта. Так, вот этого, кстати, енота до сих пор не поймали. Белку, точнее. Почему-то. А вот это до сих пор не убрали, хотя подъем здесь есть. Ладно, да, пока что будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока!